Как адвокаты, мы рассказываем убедительную историю. Что хотите, чтобы присяжные увидели? Как дела, Инг? Ты вновь кажешься озабоченной. Справляешься? Это Ингрид Льюис говорит. Ингрид, это Джон. Он больной. Не стоило звонить мне. Не позволяй ему снова тебя беспокоить. Мне страшно, что ты в опасности. Есть мой бывший клиент. Зовут его Джон Вебстер. Он преследовал меня. Не связывайся с ним, Ингрид. Мне показалось, что за мной следят. Твоя безопасность — все, что мне важно. Ужасная новость, наверное. Белинду вчера вечером сбило такси на дороге домой. Она умерла на месте. А если это не было несчастным случаем, почему ты так думаешь? Что, если кто-то толкнул Белинду? Если что, это я. Я старался тебе помочь. Вы уже достаточно помогли. Но я единственный, кто думает, что смерть Белинды не несчастный случай. Кажется, кто-то хочет преподать тебе урок. Иметь кого-то, кто бы на тебя смотрел, не слабость. Почему ты это делаешь? Я тебя люблю. Меня преследуют. Она опасна, Ингрид. Он псих. Мы не параноики. Белинду убили. Ты играешь в мою жизнь. Не как все в твоей жизни. Софи. Мечтать нельзя.